А хули тут укропы ебаные наступают нахуй каждый день нахуй, арка ложит нахуй, ну башку нахуй высунуть не может. Я охуею, блядь. Вчера нас нахуй три раза ебать вертушки отъебашили нахуй. Волки каждый день ебашут, грады каждый день. Здесь ебать он на танках выезжает нахуй. Напрямую наводку ебашут нахуй. Ну танки-то там... хоть подбиваете, блядь, или они, блядь, что хотят, то и делают там, куролесят нахуй. А там что хотят, то и делают нахуй. И танки что, не подбиваете, что ли, блядь? Эх, с чего нахуй? Турами хули их только так разогнать можно нахуй. Наверное, поддержки нахуй. Ну а это хули, это все для них куколки нахуй. Ебаный урод, блядь. Чего там сидите нахуй, без толку, блядь, в обороне, блядь. Нахуй, а вам... оборона, блядь. До этого никто нахуй не понимает, но, блядь, мы тут как уродные парни, блядь, сидим, блядь, под обстрелами. Резерва нету, подкрепления, резерва нету, нахуй. Ну чё нихуя, народ там? Нихуя ничего нету, ебать. Ну что там, смертники, что ли, или что, я нихуя не понимаю, блядь. Ну народ. Вообще это выглядит, честно говоря, так, нахуй. Смертники, мясом сидите там, нахуй, ёбаный урод, блядь. Ну ёбаный урод, а чё, одна арта, нахуй, а чё там, ну есть чё, блядь. Ёбаного, минометы нахуй, РПГшки, ну хуярьте, Саня, ёбаного. А ты хуяришь, нас, блядь, ебать, гаубицы нахуй, нахуй, ебашут нахуй. Грады ебашут, вертушки ебашут, хули мы с этими РПГшками? С той стороны, что ли? Ну, конечно. А чё, от нас нету, что ли, вертушек, блядь, гады? Сочек, нихуя не понимаю, блядь. От нас там нихуя что? Нету, они боятся нахуй сюда лезть. Почему боятся, почему ри, блядь? Да сад нахуй все, потому что я говорю, здесь все не так, как думают там нахуй в России нахуй. Тут по-взрослому, братан. А? Щемятся, да, нахуй, вертушки боятся летать, да, блядь? Но! Они самолеты так... боятся, потому что у них стингеры нахуй появились, да, блядь? Ну, конечно, у них есть вообще все, ебаный вот. Все вообще есть, у нас нету нихуя. Дроны, блядь, и все, а у нас нихуя нету, блядь, да? Да. У нас только хапушки 5.45 нахуй.